Как проехать из Москвы во Владивосток на электричках? В Центре молодежного инновационного творчества при поддержке Министерства туризма Карачаево-Черкесии состоялся киновечер с трансляцией фильма «Нескорый поезд». О чем фильм и какие впечатления он оставил зрителям, расскажет Дарья Тендит. Документальный фильм рассказывает об истории троих друзей, которые решили отправиться из столицы на Дальний Восток. Передвигались путешественники на электричках, делая остановки в городах по пути. Главная цель героев – увидеть океан и красоты необъятной родины, найти ответы на вопросы о счастье и смысле жизни. Фильм затрагивает нашу обширную страну, колорит нашей страны, города нашей страны. И поэтому мне эта тема была очень интересна и актуальна. То, как они побывали в разных городах, познакомились с новыми людьми, это заставляет задуматься о том, как в нынешнее время важно живое общение. Во время путешествия герои встречали попутчиков, каждый из которых имел свои истории и тайны. Вместе они переживали радость, горе, находя поддержку друг в друге. Фильм «Нескорый поезд» не только об открытии новых мест, но и самопознании. На протяжении всех дней друзья задавались глубокими вопросами о своей жизни и поняли, что истинное счастье находится в простых, но искренних моментах. Это шикарный опыт для духовного развития, для того, чтобы узнать новые места и новых людей. Очень атмосферный, музыка подобрана просто шикарно под моменты, под отрезки фильма. Актерский состав очень завораживает. Просмотр фильма был организован в целях популяризации путешествий по России и поддержания инициативы Росмолодежи и сообщества «Больше, чем путешествия». Мероприятие организовано Министерством туризма и курортов Карачаево-Черкесии. Этот фильм хорошо раскрывает данную тематику, и оно в целом о путешествиях по России на поезде, и вот эту всю атмосферу путешествия они смогли передать, и вот фильм прям понравился. В этом фильме хорошо передаются житейские проблемы и вопросы, которые они раскрывают и находят ответы на них. Вот. И параллельно это все поправлено такими путешествиями на поезде, и это все очень красивый и качественный фильм получился. Просмотр фильма подарил зрителю незабываемые эмоции и заставил задуматься об истинных ценностях жизни. Дарья Тендит, Виктория Карпенко, Вести Карачаево-Черкесия.